Опять упал и потерял все. Дебил, сын матери, сын папы, сын своей семьи. О, Денис, а мы в эфире. А если я поставлю сложность посильнее, максимальную сложность, то Эмбера будет больше, а Джулия Чевчева меньше. Джулия Чевчева. Пацаны, там реальный дом. Себе дом строить не надо, я нашел его. Сейчас убью владельца и буду там жить. Кинул в понедельник, как строить ферму железа, ты пишешь. Шаво, блин, сегодня спрашиваю, ну ты построишь ферму железную или нет? Ты говоришь, ты не знаешь, что это и как. Ты что, Альцгеймер? При чем тут Чевчева, роднулька? Смотрите, что нашел. Чаев. Пусть один хоть расскажет, что я не умею строить. Я сейчас закрою экран, потом открою, и типа вы скажете, да, если ты себе дом построил. Давайте так сделаем. Тихо! Посмотрите просто, какую дуру я нашел. Ляй. А ты заметил, что когда ты начинаешь говорить про других девочек, Олька сильно злится. Да! Да, реально. Она прям начинает ревновать и злиться сильно, да, сильно. Да. Заметил такое? Да! Конечно. Олька Чевчева, ты имеешь в виду? Раз. Все, это мой дом теперь. Никто, кроме меня, этот дом не находил. И я печально сочувствую тем пацанам, которые играли, но не нашли ничего. А я нашел, действительно, потому что я кто? Находка. Тихо! Я не покажу вам координаты, чисто. Я здесь себе построю кровать, и это будет мой личный дом теперь. Это моя база, и я здесь буду жить. Все. Смотрите, как красиво дом смотрится. Жесть. Ни один человек в чате даже не знал, что здесь есть корабль. Что здесь есть дом этот. И они сейчас сидят все в шоке. Ебать, морковный рай. Кого хочешь, того и выбирай. Тихо. Какую дверь зайти? Чел. Где тут двери? Я не вижу дверей, чел. Вот это? Ага, Джулия Чева. Ой. О, алмазная девочка. Изумрудный рай, кого хочешь, выбираешь. Ну ладно, больше ничего здесь нет. Сейчас мне чел типа из чата пишет: ох, я тебе эти координаты скидывал. А он сам впервые видит этот дом и вау. Просто раз. Никто здесь из вас не был в этом доме. Это первое открывание у меня здесь. В смысле, даун? Если что, какая я спойлер. Дверь? Уже я там все посмотрел. Там ноль лута и только пеладжиры с топорами внутри. Лута ноль, повторяю. Иди строй железную ферму, старая гадость, строй железную ферму. Сундук на корме. Чуча-чупс, ты всегда со мной. Чуча-чупс, ты всегда со мной. Чупа-чупс, ты всегда со мной. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированные перчи. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Зю. Где дверь? Чуть-чуть ты сюда со мной.
Нету тут ничего, черт. Да, малыш. Ой, короче, нахуй надо, ничего там нету. Да куда тут еще нырять? Ну, карта клада, боже мой, я хочу мармелада. Ха-ха, затупок, да, смешно, смеемся, давай посмеемся, ха-ха-ха, ебанько. На тебе. 5000 доната, и я покажу, что внутри дома. Секрет. Чуча-чуч, ты всегда со мной. Полированный андезит – это как полированная вагина Джулии. Чепчевая. Хороший материал. Ля, я же... О, наковальня, чел. Так я же ее сейчас заберу себе домой, просто домой, чувак. Разбитая. А, как ее отремонтировать? Нормально. Ебать, тут красиво. Привет. Это вторая или первая часть Alan Wake? Спасибо, что прислушался к моей просьбе. С удовольствием смотрю уже 30-й стрим подряд. Смотрю и какаю, смотрю и какаю. Может реально тут жить, это красота? Просто посмотрите. Может здесь дом, кровать поставить и жить здесь? Я хочу себе такие ковры домой. Я заберу их и повешу у себя на стенке. Я буду забирать ковры, и меня нихуя не остановит. Опа, привет, Тос. Привет. Ебать, а кто это? Ой. Ой. Ну, заплачь. Ебать, а что теперь делать в ситуации такой? А что делать человеку, которого убили прямо здесь? Блять, ковры жалко. Чуть-чуть всегда, сука, сука. Я координаты даже не запомнил. А я координаты не запомнил, чел. Действительно, я их не запомнил. Я не знаю координаты, чел. Я координаты-то не запомнил. А хуй мне этот дом искать? Он там ничего вроде в нем нет или есть. Короче, я сейчас выйду из этой игры и удалю ее. Все. Мне все уже надоело. Почему я всегда прав? Почему не выложил все в какой-нибудь сундук рядом? И когда ты построишь железную ферму? Мне человек видео скидывал. Дед, никогда не сдавайся. Игра падет. Осталось совсем немного. Хейтеры сосать. Я знаю, вы мне так всегда говорите. Но в итоге меня ебет Яша. А лучше бы меня ебала Лолочка с тропой, ой, с губами по писюну. Дед? Да. А это финал? Серьезно финал? Это финал? Серьезно финал? Это финал? Серьезно финал? Это финал? Серьезно финал? Да. Это финал? Да. Серьезно финал? Это финал? Да. Серьезно финал? Я тебя никогда не забываю. Ой, извините, я так быстренько пришел, посмотрел. Потом думаю, да не, родные, пошли-ка вы нахуй. И ушел отсюда опять спокойненько. У меня в жопе говно, давайте пока улупаемся. Может быть, там помимо говна есть что-то интересное? Рот закрой, пенч. Хальста-стайл. А хуй она не светится.
Лампа ж написана. Носки делай, ну только носки. Боже, как же хочется вельможу. Ну что ж, поиграем в игру. Я отчекрыжил вагину Коростиной. Ого, и как тебе? Нормально пойдет. Ну дашь попробовать? Иди ты нах. Это не та ли деревня, чел? По-моему, та это деревня. Вон этот ходит, или этот голум каменный. Привет, Серёх. Он сейчас будет челом кушать. Опа, смотря. Смотря. Опа, гляй, смотря, смотря. И чё, обмениваться с челами? Привет всем, кстати. Привет, у тебя есть чё? Ну так, на продажу посмотреть. О, кстати, спасибо за хлеб, он у тебя очень вкусный. И где тут обменка? Привет, братишка. А? Спасибо. 22 морковки, это один изумруд. Very good, very nice, my brothers. А? Отличный байонет, кстати, у тебя на фотоаппарате. Сколько пикселей? А? Ты хочешь мой изумруд поменять на 22 морковки? У тебя мать есть? Не, он говорит, можешь обменять там типа на глаза и все такое. В смысле, а и что? Типа, ну как? Как мне что менять-то? Дед, сломай голема, он дает от около 6 штук железа, и укради 3 вилладжера и привези к себе домой и их. Вилладжеров можно воровать лодкой или вагоникой, если поставить на землю. Вилдвилагера украсть? Осуждаю. Сломай голема, он дает от около 6 штук железа и укради 3 вилладжера. Чё, блядь? Ты чё, дурак, что ли? А ничего, что голем меня убьет на изичих? Ну, знаешь, какой сильный дурак? Варочную стойку рядом с ним поклади. А что такое варочная стойка? Это как вообще оно должно выглядеть? А, ты имеешь в виду дикий охотник? Сейчас я тоже сделаю, чтобы было видно. Ну, вот эту штуку понял издалека. Нахуй она тебе нужна, ебанько? Ну, пусть будет. Понятно. Не, блядь. Не. Понял. Я понял. Я тебя понял. Я как раз в гайде показал, как ты из другой деревни можешь украсть вилладжеров лодкой, а потом их загнать в клетку, и они будут делать бесконечное железо. Бесконечное лето. Настанет лето, расцветет сирень. Твоя мать приезжает ко мне, ты школьник, ты олень. Боже мой, садись на пень и пошел ты на... тюлень. О, боже, какой мужчина! Я хочу от него пиццы! Куда идти человеку? Я все заблудился. Опять. Твоя мама экстрасенс! Ну, вон мой дом, а там напротив дома моего. Только не помню, с какой стороны это было напротив. Опять упал и потерял все. Дебил, сын матери, сын папы, сын своей семьи. Это мой дом, это не то, это не деревня. Это мой дом. Ай, боже, твоя мать меня в коже всего дрожит, блядь, дрожь по коже, боже, мама, что же делаешь ты со мной, мой любимый, мой герой? Вон, я нашел женское капшоу. Ты чё, черти шоу или женское пиртоу? Чё, блядь? Извини, ляпнул. Твоя мама ляпнула на меня. Что специально? Я иду в деревню,
Вон она! Причина антифинала, чел. Лола спит. Оля. Ля, добыча. Прикинь, поймал. Опа. Махнем, яичко разбилось. Женская жопа сильнее, чем Европа. Чел подобрал все то, что потерял. И че, блин, ладно, я пошел домой. Я пошел домой. Тут нечего ловить человеку серьезному. У нас получается напротив деревни, видишь, друг от друга. Вон моя вот и деревня, но моя покруче, потому что там мой дом. Сейчас мне нужно эмбера искать и все. Боже мой, почему так все? Почему так все? Почему твоя мамочка не бреет очко? Почему? Почему светит луна, и ты одна ждешь меня? Укради вилладжеров, катая их лодкой по земле. От них можно получить кучу лута. Во-первых, надо построить ферму размножения вилладжеров. Во-вторых, ферму железа и дракону пи***ц. Если бы мне Лолочка сказала, я приеду, и у нас будут дети, я бы сказал, родная. Говно вопрос. У меня энтеробиоз. Боже, ты что, дурак? У тебя в жопе кизяк. Пена. Ага. Закрой рот. Извини. Светит луна за окном. У меня ты сидишь и ждешь меня, а я жду тебя, любимая моя. Я самая красивая девочка в Майнкрафте. Опа, привет. Опа. Золотая чаша, золотая. Наполняйте ароматом чая. Тихо. Пацики, удочка, везучий рыбак. Твоя мама любит. Ты можешь вставать на эти красные блоки, которые источают пузырьки, и восполнять запасы кислорода, чтобы не всплывать постоянно. Что, серьезно, чувак? Серьезно? Да, серьезно, серьезно. Что происходит? Эй, во-первых, где лодка? Что бы это только что было? Извините, просто хочу спросить, мне поинтересоваться. А, в смысле, это что было? Я не понял, мне что, лодку теперь свою нужно? Ну, в чем проблема? Одень ботинки кожаные, зачем, если у меня ледяные?
Ледоход. Ну так по льду ходить, а мне зачем? Чел, ну так такой. Че, блядь? Че это было? Это за них было? Че, блядь? Да ну нахуй. Да ну нахуй. Просто чел идет, и все, что вода превращается в лед. Иисус, привет. Здорово, здорово, че ты? Ничего, просто как дела. Нормально все. Дай денег. Да иди ты нахуй. Ой, а это что было? Ой, ой, ой-ой-ой. Мама, меня ебут. Ой. 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 Хотя ботинки-то не работают больше. И что они там охраняют такое? Смешно. О, как это деревня. Привет. Так, а я был тут? Да. Да не, вряд ли тут был. Это вообще ж далеко. Это чё? Это какой... Ой, извините, я так посмотрел, думаю, что интересно тут у вас. Привет, это дикого охотника не видел. Дай пройду. Ой. У, сука. Ля, гнида. Гнида плывет на тазике, ля. А вон он. Раунов идет к тебе. Есть контакт. Раунов. Чё за... Раунов. А, ты здесь. Раунов здесь. Паучок, ты что не видишь, я Эмбер в глаза лутаю. Раунов, есть контакт. Раунов. Опа, Серега. Привет, Раунов. Придешь отсосать или просто подождешь, пока я буду заебать? Опа, Раунов. Куда ты залез, это не твое. Да не залазь ты, мой корабль. Раунов. В смысле, его вода бьет, что ли? Раунов. Упал и отсосал. Твоя мама любит посмотреть кино, но мне на это глубоко все равно, потому что я не люблю кино, и мне на него все равно. Когда мы ложимся с ней в постель, мы не смотрим видео, а мы просто трахаемся. О боже мой, как тепло на душе, и когда смотрю я, ты идешь ко мне уже. Твоя мама видела меня голова, ну что же, поиграем в игру, а ли надо, бро? Есть контент. Ты сам. В смысле, я сам? Да, я сам. Я сам, да. Но у меня коростина появилась. Я не сам больше.
О боже! А мне терпеть? Ну все. Иди лесом. Не понял, Зай, да что ты за такой? Я не понимаю. Что за брат? О боже, я услышала. Что ты там еще услышала? А ничего, что мне, ну типа я, у меня как бы, ну есть желание пройти игру прям большое. Ну и помимо этого, я вообще кайфую реально в этой игре, потому что настолько крутая и интересная. Да, это Корсары. Не, реально игра прикольная. Мне кажется, если школьники в эту игру играют, то это хорошо на них влияет. Потому что эта игра развивает человека. Это не какой-то ебаная Дота, КС, в которой только деградируют. Дед, за суммарное время, которое ты провел в лодке, ты уже мог две фермы расплодить ученых и кузнецов. Какого дракона ты хочешь грохнуть? Ха-ха. Да скорее пена грохнет и запишет блог. Золотые поножи, шипы, чел. Ламинарий у тебя, да? Да, есть ламинарий. Сколько у тебя? А зелье есть? У меня только ламинарий есть. Зелье принеси, родной. Да нет у меня зелья. 7, 8, 9, 10. 4 штуки. 4 штуки, ебаный в рот. Давай страшилку с батей. Мне надо глаза, да. Не, так я нашел, где Эндер уже находится. Я знаю, где он. Типа, я ж уже нашел, все, мне просто осталось глаза повсовать. Мне 11 штук их надо. 11 надо, 7 штук у меня есть. Жес. Надо отдохнуть от нее, действительно. Надо отдохнуть, наверное. Ну, прогресс есть, действительно, да. 3 глаза. В день по 3 глаза. В день по 3 глаза чел собирает. Одну секунду, я передану и отбегу. Отбежишь, успеешь? Успею. Точно? Да. Не успеешь, ты получишь. Извини, заранее. Сука. Опа. Блядский рот. Я жижанул, сука. Блядь. Жижанул. Опа. Ох ты, блядь. Я жижанул, родные. Придурок, сука. Я жижанул, родные. Трусы заструячил. Чел жижанул. Вот, допиделся, жижанул при людях. Я жижанул, сука. Вот, к чему приводят мечты. Фильм такой есть. Там тоже чел жижанул.